Друзья, всем привет, добро пожаловать на мой канал. Мы сегодня с мамой ездим по магазинам, и сегодня мы приехали в торговый центр Эраста. Давно мы не были именно в этом торговом центре, он такой своеобразный, он находится на улице, все магазины на улице, видите, крыши нету. Это фишечка этого торгового центра, находится он рядом с Баухаусом, мы сегодня тут тоже были. Вот, и сейчас мы идем в магазин. Ой, как мы вовремя все заехали, здесь какая-то ярмарка всяких вкусняшек. Смотрите, всякие кукуава, всякие, да, а с той стороны сырые. Пойдем на сыры посмотрим, пойдем. Ой, это надо обходить, не пойдем. Пойдем в Вайкики лучше. Вот 100 лет не были в Вайкики. Не надо, вот в Ваксон, например. Когда заходишь в торговый центр, нужно все. Вспоминаешь. Все и везде. Это надо. Не, давай сначала в Вайкики. Я хочу в Вайкики посмотреть, да, подарок хочу купить. Мальчику рожденному. Вот, кстати, в H&M надо зайти кофту Демиру посмотреть. В Вайкики еще Насте куртку посмотреть. Короче, все надо посмотреть, посмотреть. А здесь 2 этажа? Да. Детский как раз таки внизу, надо будет вниз идти. Ты будешь себе что-то смотреть из одежды? Надо тебе что-то? Ну, наверное, нет. Нет, тогда пойдем в... А вон Вайкики Хом, кстати, ты хотела в Хом. Пойдем в Хом. Посмотрим, что там в Хом у нас. Все теплое, зимнее такое тут. Вещи в основном уже. Ой, там все к Новому году, прикольно. Смотри, все новогоднее тут. Какой плед классный. Что, все такой классный? Ой, смотри, какие штуки клевые. Да? Ну, 179. Кстати, такими очень удобно. Мне подарили такие из России. Это вот такую вот одну прихваточку, ну, очень удобно. Широким, да. У тебя такая есть, выдвигается здесь штучка она? Нет, все выдвигается. Вот она очень прям удобна. Какие новогодние всякие эти тарелочки, прям красота. Вообще. Я бы себе скатерть новую купила бы. Ой, стаканчики красивые. Какая прелесть. Угу. Почем? Да, вон большие. Я бы вот купила. Ну это вот набор 3 штуки. Ну, где цена? 200 лир. Ну, нормально, а вот, ну, большие. Да. Нет, а мне вот эта форма прям нравится очень. Ну да, интересно, они такие тоненькие прям. А вот смотрите, что это такое? Типа скатерти, наверное, что-то такое. А вот скатерти, да? Ну здесь прям новогодние вот эти. Есть какая-нибудь темная, чтобы она никогда не пачкалась? Вот красная. Потому что у меня все скатерти, они на один раз, вот чисто на один раз. А вот такая вот, смотри. Ой, цвет какой красивый. Новогодняя, да? Ну, да. Со скидкой 300 лир, кстати. Сколько? 300. А размер какой? Не знаю, стандартный написано. Настя спит у нас. Ей бы такое показать по динозаврика. А вот еще какая-то темная. Кстати, маленькая. Либо темную, какую-то... Ой. Все тут на... Она маленькая. Ну это да, я вижу. Да. Давай ее прицепим назад. А вот такие красные. Ну, красные только на Новый год одеть. Ой, вон красивая там с этими... Вот. Как их там? С снежинками. Ну, а для нас-то можно на Новый год какую-нибудь купить? А, она не такая. Это не то, что нам надо. Да, это тоже не то. Ну так вот, хочется купить скатерть. Вот такую вот я бы взяла. Но это маленькая, да, она прям. Да, это совсем. Это даже не скатерть. Слушай, мне кажется, что это еще должно быть. Да не, они, наверное, все в одном месте. Сейчас убрали, наверное, старый вариант. Все новогодние теперь повесили. Новогодние не подходят нам. Всякие нет. Салфеточки новогодние. Это мы к Новому году будем, когда, ага, прикольно. Когда будем что-то покупать. Пледы. Тоже мягенькие. А я сейчас куплю. Ну давай. Зашла в детский отдел. Такие теплые пижамки здесь продаются. Но у нас в том году мы покупали, они им еще как раз вот именно такие вот теплые. Вот такая, кстати, у Демира прям. 330 лир сейчас стоит. В том году лир 200, наверное, максимум у нас стоило.
Я хотела Демиру здесь кофту посмотреть, но я хочу кофту такую на молнию ему. Какую-то теплую. Здесь нет. Вот я думаю, может, в H&M еще зайти посмотреть. Что здесь вроде они неплохие, но не на молнию. Если что-то будет такое, я, конечно, его возьму. И Насте куртку я хочу еще. Ой, шапки такие яркие. Надо тоже по шапкам, уже так холодно становится. Вот такие вот ему нравятся. Ой, она, кстати, теплая. Может, такую ему взять. В школу вот ходить нормально бы. Такая вот. Ну, если брать Демиру, то надо и Керему сразу тоже брать. Керема вообще не нужна. 7-8 лет, 500 лир такая стоит. Неплохая. Но она без капюшона. Я бы взяла, чтобы она прям толстовка была с капюшоном. Потому что ветер дует и сразу одевает ее. Тут куртки, куртки, жилетки. В принципе, тоже все есть это пока детям. У нас обычно все по необходимости. Как что-то нужно будет, мы сразу же в магазины покупать. Кстати, я хотела еще им тапочки домашние какие-то теплые такие посмотреть. Они мне все тоже просят, чтобы дома ходить. Так, и подарок надо не забыть еще. Вот, мы сейчас зайдем в детский отдел, маленький совсем. Во-первых, для новорожденного мне нужно подарок выбрать. А мы зайдем, сейчас глянем, что тут прям вообще для маленьких таких. Прикольные такие наборчики. Смотрите. А, ну это просто бодик. Такие вот классные бодики. 1-3 месяца. 350 лир. Такой есть вот наборы прям. Большие. Мне цвет не очень. Там мальчик родился. Я считаю, что нужно дарить такие вот подарки, что-то прям конкретно по делу, что 100% они будут одевать, то есть. Ну, вот эти мне прям очень понравились, они же такие новогодние. Вот эти как раз, мне кажется, сейчас зимой бы они бы их одевали бы, да, красивые. Такие. Либо такой мягкий. А есть еще с ножками такой, сейчас посмотрим. Ой, такой прям большой набор. Смотрите, тоже 350 лир. Здесь и такой с ножками, и шапочка, и бодик. А, ну это вот то, что я смотрела, вот этот вот. Посмотрим, 1-3 месяца. И я думаю, что нужно брать 1-3 месяца. Это 0-1 до 1-3, чтобы она чуть-чуть хотя бы на вырос было. Сейчас что у нас, ноябрь, декабрь? Ну, как раз в январе уже будет одевать. Мне нравится такой набор. Так, зашла Насте куртку посмотреть. Ну, как-то выбор не очень большой, честно говоря. Такая вот здесь. Это прям очень теплая для Анталии. Мне кажется, мы такую не будем одевать. Мы еще очень дым сходим, я хочу там посмотреть. Это очень прям зимняя такая. Мне нужна анталийскую зиму, но чтобы она была как бы и от дождя такая защищала. Он сейчас с той стороны еще посмотрим. И, ну, и от ветра. Чтобы она такая была. Пижамки такие, гумные тоже, штанички, кофточки. Тоже теплые. Теплый тоже костюмчик для дома можно было бы Насте взять. Очень теплый. Флисовый вот дом. Дома ж холодно. Если не включать никакие кондиционеры, ничего. Здесь вот такой вот. Ну, такой вот нравится. Прям дома ей ходить. Вот ее размер как раз. И спать тоже в ней. Хорошо. Мы зашли в H&M. Здесь все такое новогоднее. Такое все красивое. Такое все яркое. Ну да, смотри, как классно, да? Я бы платье какое-нибудь купила. 100 лет платье не покупала. Блестящее? Ага, ну когда когда. Да, покатаю, я что-нибудь посмотрю. Я бы блестящее взяла, почему бы нет. У нас тут Новый год был в этот, какого, в пижамном стиле. Может, в этом году что-нибудь у нас будет в другом стиле. Вот розовенькое такое.
Ты видишь? Это ночнушка. А детский отдел-то тут есть, интересно? Вообще в детский хотела. Но с той стороны тоже всякие платья. Угу. Так, ну то не надо. А пенти здесь нету, кстати? Пошли наверх сразу в детский сходим. Не знаю. Хотели в отеле, но мне кажется, уже вряд ли мы будем в отеле. Смотри, какие кофточки. А вот смотри, какие. Вечерние. А мне вот такое вот еще нравится, смотри. Прозрачное. Под нее маечку какую-то, наверное. Так, зашли в детский отдел. Тоже все новогоднее, все такое красивое. Настя, куртку хочу посмотреть тут. Да, платье. О, красиво, да? Угу. Ну, куда вот она в нем? Новый год отмечать. Новый год она спать уже будет в это время. Не знаю. Тоже пижамки вон всякие. Курточка. Коротенькая, да? Я бы хотела что-нибудь подлиннее чуть-чуть, но это прям такая легенькая совсем. Сколько такое? Ее вот она, 24. Непонятно, сколько стоит. Рукава тут какие-то длинные, да, как будто бы. Так легенькая, хорошая. Вот это красивое. Подлиннее вроде бы. Угу. Ну нет тут какого-то плащиков вот каких-нибудь. Вот кофточки с длинным рукавом такие. Три штучки в наборе. Мне нравится очень, да, что такие вот прям сразу набора идут. Не пойму, где здесь цены. Вот, прикинуть. Такие хорошие, да, вот на зиму. Или вот такие, а здесь две. А здесь то, три. Вот три, вот еще такая просто в точечку. Нету нигде тут цен. А, вот они. Прячут всегда. 500 лир. Нормально, кстати, три кофточки. Сказал, даже недорого. А вот есть как водолазочка, вот эти вот хорошие тоже. Две штуки в наборе. Тут тепло, вот такую хочу до миру. Ладно. С куртками здесь тоже не очень. Я хочу пойти в этот. Мальчики для мальчиков, там. Да, кофту. Смотреть. Ну, слушай, можно было тут для мальчика выбрать тоже. А, ну да. Что я не подумала, что здесь тоже для новорожденных есть. Колготки вон тоже есть, смотри. Колготки я в том взяла, Настя. Ну, такие серые, хорошие. Там я взяла три штуки. Я три взяла за 200, а здесь 280. О, комбезик теплый, да? Тепленький. Тут иногда такие кофты классные бывают, теплые. Ну, вот это теплый. Он такая у Керема есть, прям один в один. Я посмотрю сейчас, подожди. Для побольше, для поменьше. Детей. Вот такая хорошая, но она не на молнии. Они не любят у меня не на молнии. Ладно. Ну-ка. Не на молнии они все вон есть, но они все не на молнии. Есть обычная черная вот на молнии. Угу. Да, я всегда на молнии. Ну, синие есть у них, у этих синие уже мне надоели. Не то, что... Вот черная есть. Может, ему просто черную взять? А, вот это не. Вот, нормально тоже. По размеру надо смотреть. 24. Это маленькие все. Это 4-6 тоже маленькая. 8-10. Смотри, вот. Ага, красиво. Смотри, может, вот такую взять черную для школы? Нормально.
Да. Ты говорю, сейчас Демиру купишь, надо Керему тоже что-то покупать. У Керема куча кофт вообще, я это. Да, но у Керема есть полно кофт. Он не любит такую тоже. Ему нужен на молнии также. Я понимаю. Может, вот такие вот ветровочки? Покемончиков. Кстати, от дождя классные, да, такие? А вот смотри, с длинным рукавом, как мы им покупали этих покемонов. 1100 лир стоит 4 штуки. Ну, им на зиму хорошо. Ну, в школу они не будут в таких ходить. В школу-то нельзя в этих. Да. Поэтому только на выходные, если... Тоже все не на молнии. Керему тоже надо что-то купить. Зашли в магазин косметики еще. Хотела себе тени посмотреть. Я как-то покупала тени очень классно. Они у меня почти закончились. Но я не помню, какой фирмы. Если я их увижу, я их вспомню. Вот эта фирма я обычно покупаю себе. Типа тональник, вот этот вот BB-крем. По скидке он 200 лир. Ну, последний раз я в интернете себе заказала. Вот. Всю помаду вот эти вот я люблю. Матовые. Ну, редко ими пользуюсь. Не, а нету здесь косметики. Прям мало выбор такой. Вроде ничего не нужно больше. Мы тут через сыры решили пройти. Вот этот тут вкусный. Да? 100%. Масло, масло. А я бы вот это было с дырками. Он очень кислый, мне кажется. Кислый, соленый, да? И кислый, да. Суджук он хороший тут такой. Колбасы вот эти. Килограмм. Нормально. Так, ну, мы закончили шопинг. Немножко такой не очень удачный. Подруге я не купила подарок. У нее через несколько дней день рождения. Я думаю, что надо поехать в другой торговый центр. Там что-то посмотреть. Вот, в Вайкики мне тоже не особо понравилось, потому что я хотела детям посмотреть такие домашние тапочки. Ничего такого не было. Ну, в общем, по мелочи прям взяли. Я колготки взяла Насте, 5 штук. По мелочи, 5 штук колгот. Мама тоже себе там, типа, носки, салфетки, там что-то такое. В общем, немножко совсем. Поэтому в следующий раз поедем в другой торговый центр. Но мы в этот как-то особо и не планировали. Мы потому что в Баухаус сходили, поэтому ближайший тут был. Вот. Все, ладно, спасибо за прогулку с нами. Спасибо, что посмотрели это видео. Не забывайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.